Всем привет, друзья, с вами как всегда Драйвер 51, Рус и Рома Ракман. Поедем, карта Тында на земле 133G1. Всем привет. Доработочка будет, да. Время ночи, разговаривать будем тихо. Надеюсь, со звуком проблем не будет. Ты включил микрофон? Ну да. Ой. А запись? А может и не включил. Ну ладно, бог не включил. Всякое бывает. Так. Сейчас я отъезжаю. Так, сейчас я карту гляну, Рома. Что там есть? Что там нет? Карта у меня открыта, заправка. Гараж у нас один. А, гаража у нас два, слушай. Поехали, да. Поехали, второй гараж откроем. Да, он тут рядышком. Он-то рядышком. Так. Через реку. Ну да, поехали, наверное, второй гараж. Где-то доставлю, я поеду с краном. Прицепа брать не будем, наверное, да? Ну да. Так, вагончик. Так, а мне. А, ну я контейнер тогда возьму. Вот так вот. Брызговички там. Ящик можно с ремкой. Колеса. На каких колесах? Давай побольше поставлю. По проходимости они вроде такие же. Одинаково настроены. Ну, я такие оставлю. Кран, ребята, это от Рони тоже с анимацией. Давайте. Три. Вот, посмотрели, что все тут. Опоры не выдвигал. Так, вернуть. Все. Показали, что кран рабочий. Погнали. ЗИЛ у нас задний привод, тоже, кстати, родинский. Этот конверт и доработка будет с 13.04 15 года, да, по-моему? Да, говорили. Слушай, ты же не дышатный, звук, да? Подожди, стой, я сделаю потише. Что-то я тебя вообще ни хрена не слышал. Применить. Продолжить. Что ты говоришь? Даже не дефолтный звук у меня. Бляха, все равно ни хера не слышал. Говорю, не дефолтный звук на нем. Это, ну, на них вообще моторы стоят 4310, и звук оттуда же. А, уралский. Камазовский. Блин, елка прям посреди дороги. Дави ее. А сломает? Конечно, дорога тяжелая. Ползет нормально. Буксует, не ползет. Сломала, я вообще... Он ползет нормально. Ой-ой-ой, меня не догоняй. Да-да-да, не ломай мой экран. Так, слушай, нам куда-то ехать-то. Стой, Рома, стой. F1. Вот, мы слушай, мы куда-то поехали не в ту сторону. Триндец, короче. Поехали, да, поехали направо. Давайте отрежем с усадьбы ногу. Постойте, ребята, я вспомнил дорогу. Так, слушай, тут дорога-то есть что-то? А, вот, да, вот она. Стой, 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 я там в дерево уперся. Ой, блядь, клички классные.
тоже, кстати, Ромины. А ты видал, ты ящик не ставил на крышу, вентилятор-то в салоне работает. Ящик. Салон загляни. Кондиционер там стоит. Вот это вот я знаю, что туда. Отлично. Надо мне как-то на этом, на спинтайресе плюсе поставить все время день. Ну да, для видео, для записи удобно. Карта у нас Тында 2, да? Ссылочка будет под на видео в описании там. Ой, тут спуск такой пошел вообще. С горочки вообще катится, да, на ура. Ой-ой-ой, ты там остался. Ох, Рома, тут как это грязь, что ли. Хорошо. Да нет, нормально. Вот точно грязь. Все, я, короче. Да нет, в принципе, вообще офигенная карта такая. Ну да, нормально, я тоже ползу. Я уже не ползу, слушай. Кажется, я застрял. Да ща я разгон возьму. Не надо, не надо, не ломай мне тачку. Да я мне больше свою поломаю. Я еще аккуратненько пойду. Ну, тихонько ты сможешь подъехать, ну попробуй. О, давай, 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 давай. Да что-то. Давай, ладно, лебедкой зацеплюсь. Тут как-то узковато для него. Что, взять тебя на буксир? Да не, я пока потом. Все, встал. Ага, ты еще потерпишь. Да давай я тебя. Все-таки. Опа, не понял. Не, не цепляет. Я согласен. Отцеплено. Значит. Может, минимум отжать. А, точно. Точки. Подцепили, что ли? Короче, не судьба. Надо точки регулировать. Ух ты, а вниз-то слева, смотри, какая красотища. Это обалденно, слушай. Вообще. Сейчас вылезу, сейчас все гляну. Так, сейчас я подожди карту посмотрю еще, нам куда ехать. Мы можем тут, в принципе, прямо ломануть. Не будем объезжать ту балду, поедем прямо. Наверное. Наверное. Водичка такая. Будем срезать. Ох, я сейчас там сейчас пипец посмотрел карту, чуть не ушел. Ага, я вижу, что ты промахнулся. Да я этот оттянул камеру. Налево, да, рулем? Я руду прямо. Опять ты прям так и хочешь мне кран разломать. Ты что-то не едешь, я разгончик только взял. Ты понимаешь, что ждал? Вон, глянь, какую мы петлю сократили, вообще нормально. Оп, стоп, 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 стоп. Точечка вон. Мне лучше не приехать, да? А, ну ты, кстати, кран-то нормально видишь, он отображается у тебя. Да, и анимацию я видел, когда ты это шпурку. Все нормально, не дергается, не багует. Опять тут что-то ему узковато по этим сучкам-то тут ползти.
Так, лебедка, лучший друг. Автокрана. А быть об корни, прикинь, упирается и все, и не едет. А, ну всегда так, когда передний мост на приводном упирается, либо что-то вот незначительное, не хочет ехать. Ну да, что-то туговато она тут, слушай, будет, наверное. Может, он груженный, в принципе, и лучше пойдет, да? Слушай, мы хоть туда едем-то? Ой, не знаю, ты, Сусанин. Нормально. Мне карта закрыта. Слушай, нам надо было налево переезжать, ё-моё. Ладно, погнали, короче. Повышайку я включаю и поехал. Так, тут левее лучше взять, наверное. В самую лужу я не полезу. Я на полушаге, короче. Я тоже. Смотри, там на выходе вот с лужи не завались. У меня карта такая красивая, прикольненькая. Тоже у меня здесь шикарно, только дерево, дорожка такая красивенькая. Писец, опять я тут уперся, да ебал. Ёкарный бабай. Подъемчик, блин, с лебедкой. Это анимация дома или рама? Где контейнер трясется. Аддона. Красивенько. Ну да, вот тут, конечно, небольшие неровности, и все, он встает. О, вот и летишь там, нифига. Так, тут нам где-то налево надо. Ой-ой-ой-ой. Рома, на спуске тут, смотри, не перевернись, тут пипец полный. То яма, то канава. Там грязи не будет, сейчас мы как встрянем тут по самые помидоры. Да нет, кстати, нормально пошел так. Ты где там есть-то? Вот еще на горы спускаешься, нифига. Осторожно, там не кувырнись. Ух ты, там пошел. Короче, всю тару разбил в контейнере. Железяки одни в основном. Так, едь. Давай, давай. Вон тут хорошо она идет вообще. Тут обалденно.
Вот по такой дорожке он вообще, да, угарно вваливает. Блин, Рома, обгоняй меня тут справа, я походу залип. Хотя не пошел. Правее, правее, туда переезжай. Классно, классно, вообще красивая карта. Так, слушай, а тут ты не знаешь, куда нам ехать? Так, тут нам надо налево. В горку. Карта вообще бестовская, по крайней мере начало прикольное. Что-то я тут опять протупил. Чуть-чуть, да, грязючка есть. Тут можно, кстати, на 53-20 покататься, да? Да. Назад поехал. Что ты там стрел? Надо точки прописать на машине сзади. Как тут в подъемчик все пошли мы. Ух, тут гора, слушай, надо повышайку врубать, наверное. Чтоб она не захлебнулась, включай повышайку. То будет перещелкиваться потом. А, зараза, слушай, не идет. Не крутая, все равно не вытянет, мне кажется. Все, я застрял. А я так эту повышайку и не выключил. Зацепился лебедкой, подтянул, он поехал из толкача, нажал на газ и поехал сразу на повышайке. Так, тут походу вот налево нам гараж, что надо. Ну вон он. Мальцы. Я, кстати, уже не первый раз такой фигни страдаю. Ну, значит, я тоже так делаю, только я просто диф отключаю. А я сразу, ну как. А, ну тоже, да, с дифом вообще хорошо дергает. Ну все, я приехал. Это хоть гараж? Да, гараж. Слушай. Блин, опоры об гараж зацепился. Налево, да? Да-да-да, в горку.
Чего я тут? Блин, надо сделать прописку. Одну очко гаража на эту, на подставку для крана, а вторую на кран. А то я только на балду на эту верхнюю прописал. Надо посмотреть морда, я смогу тебя этот самый зацепить. Ты там еще? Что это такой на монстр трак пахнет какой-то. Да. Попробую принять. Принято, а лебедка-то где? Что за хрень-то с этими? А, знаешь что? Я понял, что. Название, наверное, точек зацепа там прописаны с дефолта. После конверта-то эти родные точки не прописаны. Экран. Так, борт. А, ну борта пока только один вариант, да? Да. Ну вот вчера я только замутил, заделал, все это дело. Так, о, отлично. Ну сейчас попробую, дай-ка бортом за борт попробую зацепиться. Задняя точка тоже, по-моему, никогда не прописана. Ну да. Есть. А за морду? Нет, да? Нет. Ну, будем пользоваться лебедкой, значит, что. Так, слушай, а нам куда ехать-то? Лес попал. Да это я понял. А ты не знаешь, где он? Пилорама, заправка, пилорама. А, ты кран не сделал. Так, нам тут направо. Сейчас, а? Сюда. Слушай, а мы тут... Ой, да мы тут опухнем ехать-то. Поехали, наверное, не так. Поехали сюда. Тут вообще сейчас будет... Лысенькими иголочками там отдыхать, получается, посмотреть. Что ты говоришь? Там вот широкая дорога вот этой речки. Да там мы, наверное, не пролезем по этим дорогам. Давай поехали так, как поедем, посмотрим. Пойдет она там. Как она через такой? Как там? Подъемы для него это тяжкое дело, блин. Ничего, пишет, но лезет. Послушай. Хотя, в принципе, нет, нормально она тут валит. Машинёшка. Я на автомате еду.
Отлично просто. Ой-ой-ой. Все, пиздец. Привернулся? Нет. Да не, немножко не вписался в поворот. Е-мое. Выкинуло меня вправо тут на камне. Прямо бы шел, было бы нормально. Что-то и не видать вообще. Там по прямой нет, не сворачивать. Да-да-да, все по дороге. Жду тебя, где ты там есть. Ну, ну тут буксует хорошо. Там, где там твои фары? Что-то тебя не видно, не слышно. А вот что-то мигает, слушай, это ты едешь. О, я тебя вижу. Ты по фонарям видишь? Да. Нет, я с дальнего еду. А. Ну все, я пошел дальше. Ну что, тут заправка рабочая, она нет. Поехали на заправочку заедем. Все равно сложно, но интересно. Когда. Ну, вчетвером было бы прикольней, конечно, да? Ну да, ну вот надо доделать точки зацепки. Да, так бы на троса взял и тащи себе потихой. Не, ну просто на самом деле многие ругаются, там типа задний привод, нереально проехать. Все это. Время. Просто это хорошее разнообразие для игры попадает. О-о. Рома, тут походу жопа. Да? Ну, ну да. Ладно, сейчас мы это самое. Я тут вообще как-то раскорякался, неудобно. Стоп, ты куда поехал? Стоп, налево или направо? Налево, налево, от заправки налево. Я вон твои фары вижу. А, вниз, вниз. Угу. Короче, надо опять лебедиться. Надо лебедиться. Ух ты, это очень. Да, вообще классная карта. Прям по дороге ручей течет. Сейчас я перецеплюсь. И дальше. Садись прям сразу на лебедку. Да я хочу слушать. Да не там яма большая, лужа. На полном, да, можно было тут попробовать на полушайке. Он стаскивает, еще и падла закапывается. Ладно. Лучше друг лебедка. Все нормас. Тут главное подняться, а дальше вроде пошел нормально опять. Ага, нормально. Там теперь такой жесткий спуск вниз. Ты где-то, где-то там есть. А, ну вот тебе, ну, маленько осталось.
Ладно, поехал я дальше в разведку. Ух-ух-ух. Там лужа впереди какая-то. Давай-ка сходу ее. Прямо, Рома, через лужу можешь ехать. Да я еще не поднялся даже. Ну, когда спустишься. У меня точки зацепа получается в стороне, а у меня тащит на бугор, а там камни. Ну, ко мне вот тоже передок цепляется, ехать не хочет. Все нормас. Не проскочил я лужу. Ну тут на подъеме тоже как бы есть лужа, но нормальная, то есть как бы. Тут можно на автомат опять. То я на понижайке ехал. Как бы едь все по центральной дороге, так потом будет лужа. Спуск, поворот налево. О, слушай, опять куда-то я приехал. Какой-то переправе. Блин, днем тут, наверное, клево. Уже красивая карта. Спуски, подъемы такие. Ребята, кто смотрит, ссылочка на игру тоже будет. Ссылочка будет под видео в описании на группу. И в группе в разделе ссылки, ребята, будет тоже ссылочка на пираточку. Играет через Steam, кстати. Видео есть на канале, как устанавливать там все это дело. Как играть на пиратке. С друзьями в мультиплеере, с этими же модами. Что там, Рома, где? Далеко? Я все ползу. Давай, давай, ползи, ползи. Я тоже вроде, кажется, ползу. Интересно, он груженый лучше пойдет, нет? Я думаю, да. Единственное, конечно, прицеп тоже будет дополнительно вес. Это да. Да и японский городовой мотор у меня заглох. Что-то я тут вижу. Я еще ничего не вижу. Какие-то фонарики есть. Может, я уже доехал.
Все, короче, Рома, приехали. Слушай, тут козел, а где этот? А, вот вижу. Да подъезжаю, смотрю, козел стоит. Думаю, блин, как с козла-то грузится, у нас нет манипулятора. Так. Ну что, я загрузился. А, вон ты, да ты уж близко, я фары вон твои вижу. Нет, а, нет, слушай, это дефолтный там какой-то драндулет стоит, значит, у меня синхронизация прописана на этот. Дефолтный какой-то с автономкой, что ли. Вообще туда. А никак мне не получится туда глянуть. Сейчас я развернусь вот так, оттянусь попробую. Что-то стоит. С мигалками, красный какой. Так. Я думал, ты уже подъезжаешь. Так, гараж мы-то где? У нас уже тут целый автопарк. Тут два краза. Раза, слушай, стоит и 43.20. О, слушай, как-то далеко еще, нифига. Ну ты луноход. Слушай, может твои колеса получше все-таки? Да нет, прописка одинаковая. Лесоповал, слушай, как нам теперь на эту, на пилораму. А, ну мы сейчас две пилки сразу за раз открываем, да? Да. Так, и что привезем? 41, 2, 3, 4, 4 пилки, да? Четвертая, третья, вторая, первая. На первую. Тут все в гору, в гору, в гору, в гору. Пилки еще тут на горах. Пилки все на горах. Че, наверное, всю карту не будем катать, да? Да, я думаю, пару пилок закроем, да и хватит. Так, ну давайте тогда поедем. Да что такое, даже с лебедкой не хочет. Ну, не знаю, не знаю. Я доехал нормально. Точек нету, что ли? Как так-то? Мне туда не надо ехать. Так, тут-то где дорога? Вот он, дорога. С гаража. А, это пилка вот тут, вот где мы наверху ехали, слушай. А нет, мы ехали не тут. Модель. Там-то мы вообще не проели, наверное. Сейчас я придумаю, как мы тут поехать. Что-то за ночь встрял. А, я тебе все равно даже дефолтный, наверное, транспорта не засплю. Сейчас попробую. Блин, точек нету. Сейчас я попробую. Пока мы двинем, тащит на. О, рассвет уже. Да, не прошло и полгода, да? Не смотрел, я хоть туда еду. Туда, туда, да.
Короче, здесь крас бортовой. Урал с манипулятором и с распуском стоит этот. Ох, мой, как ты так быстро так проехал? Мысли быстро. Ты уже давно загрузился, я доехать не могу. Ну, как говорится, крас тут подбитый. Так, сейчас я пересяду. Урала. Урал живой. Цель пересесть. Цель пересесть на второй крас. Два краза такие полумертвые. Без соляры. Вообще пипец, короче. Так, ладно, сейчас я заехал. Как мне теперь выехать отсюда? Что там еще не добрался? Горка что-то вообще где? На ровном месте за землю цепляется, перед ним не хочет ехать. Не знаю, Рома. Открою точку. Что ты там? Где ты там есть? Еду. А, ну ты уже почти приехал, слушай. Уже почти. Где-то рядом ты уже. Сейчас должен проезжать. А, так ты уже. Козла вижу. Где этот козел? А, вон ты прополз. Едь прямо проезжать. Козел слева остается. И вставай, чтобы выехать там. Налево потом туда. О, сейчас вот так вот прямо вставай, загружайся аккуратненько. Прицеп там поровнее поставь. Надо будет еще немножко, наверное, подкрутить этот задний груз. То что-то подпрыгивает. Попробовать его приподнять немножко, наверное. Уже я тут грузился. И вот прямо вот так вот сюда есть дорога, по-моему, уезжай. Видимо, камера на прицепе. Ну, все. Вижу тебя. Вижу тебя. Ну, все, погнали. Повезли шуршики на шиномонтаж. Ну это запчасти Павлу загребели, мы брак везем. Слушай, ну совсем другое дело. В смысле? Проходимый, да, вроде получше он пошел. Да, короче, на пустом сложно ездить. Ты где есть-то? Я тебя не вижу ни хрена опять. Я в заднее. Что-то ты был и, а вон ползешь. Не, ну я еду. Не без лебедок сам. Ну сам, так и я сам. Так, ладно, погнали. Не, ну на туре намного лучше с грузом. Прикинь, на заднем приводе 8 очей вести. Ну,
Наверное, на этот переключись, наверное. Да, ты это И все, присоединяйся, я что ли? тебя засадил уже, все. Сейчас ты... засадил тебя, короче. Ну уж извиняйте. Не рассчитал, надо было на повышайке идти, на повышайке он прошел бы. Не, навряд ли. Да прошел бы, мне тут не хватило, он переключаться просто стал и остановился. Да я Поэтому. не стал включать, потому что стоял. Триндец, я застрял. Чай потух. Не-не-не-не-не, подожди, подожди. А, я тоже застрял. Блин, мальнух не хватает тебе. Давай, родной, почти что выехал. Если поедешь, попробуй объехать как-то поправее или полевее. Да, справа его смотри, если местечко, попробуй там вижу, как он не зацепит. Да блин, не хватает чутка. Ну ладно, воспользуемся лебедкой. Хрен с ним. А ты его проехал, да? Давай, давай, давай. На повышечке. Еще и на повышечке, ничего, ты сумасшедший. И встал, да? И поперек, да. И поперек. На капуче, да? Так, они вот на автоматике ползет. Все, что ли? Блин. Надо было тебе вот по правой стороне вот тут вот по этой по этому ехать. А мне там очень узко и все равно сползает. Я тут вообще без лебедочки нормально прошел. О, не, слева не объезжаю, там грязь. Тут по луже лучше. О, лужа такая капитальная, слухай. Ты что ли? Да. О, спасибо, блин, я прям сразу проскочил. Блин, вот и раз на перезахлебу встал, блин. А так нормально ехал. О, сейчас я с разгона ручей буду. Ты там смотри. Ух, ё-моё. Не, подвесочка хорошо отрабатывает было. Да с подвеской, наверное, просидел. День просидел, потом чуть не понравилось. Еще, наверное, просидел. Вот что-то я с планом не еду. Ты там как? Все, забрался. Ага. Так, тогда. Обошелся, обошелся без лебедки. Тут мордой-то не этот, не шандарах, я там на ручье-то на этом. Проскочил. Ты опять тут в луже.
Блин, мне жопу снесло, зараза. Ну да, гружен он идет пободрее, да? Слушай, ты знаешь, куда мы едем-то? Нет. Я еду прямо по дороге. Нельзя было выйти как-то с оврага с этого проскочить. Вот и я, кстати, вот сейчас посмотрю на карту. Да там что-то вообще жестко, по-моему. Ну да, нет, там камни вряд ли. Лучше в объезд поехали. На заднем приводе. Так мы никак не скачем. Блин, классно такая вот дорога, вот эта обрывистая прям. Да вообще классная карта, вообще классная. Так что, ребята, кто... Нифига ты там прыгаешь-то, и... Кольце пошпат прыгнул в воздух. Ну. Так, слушай, тут-то нам куда? Налево, налево. Так, я сейчас вот тут попробую скачу. А, нет, уже маленькая. А, это слева пошел. Тут грязь. Ну, все равно пролез, смотри. Я уже просто не хотел останавливаться. На эти пилорамы, которые вниз вы едете, да? Не-не-не, стой. Стой, стой, стой. Нам направо надо было, Рома. Блин. Направо. Маша, они ближе, эти пилорамы. Да я думал на четвертую. На... Те просто в горку больше. Нам направо. Направо через гараж надо туда. Тупо они же. Там одна пилорама всего. Ну, а потом от нее поедем к следующей. Блин, это жестко будет. Ну давай, все равно поздно. Нет, нет, точно, я знаю, как разгружаться. Да, я вспомнил, как прицепы потом отцепим, без них поедем. Сначала прицепы разгрузим. А как ты разгрузишь? Не разгрузишь ты прицепы. Разгрузишь, смотри, один. Да, на пилораму подъезжаешь, скидываешь груз весь, вот, и грузишь туда потом... прицеп. А, ну понял, я понял. Его разгружаешь, загружаешь. Ну да. Ну давай, поехали направо туда. Сейчас будет высший пилотаж. Задний ход. Все, подожди, я свалю. Ну, все, уже на грязлом пошел. Не, ну кстати, вот сколько уже я его мотылял, этот прицеп, он не трогается нормально. Ну, мотылял, ты там прыгал на нем, я думал, он точно да, оторвется. Да. Нет, с шишигами классно получилось. Грузик такой интересный. Ну все, не дрова, да? Да, да, да. И такой как бы старенький зелок, старенькие шишиги пиздил. Я встрял. Не втащил, короче. И я. Так, а нам же тут, по-моему, подожди. Еще и шишка. Так, а нам тут куда бы поехать лучше?
Ну, поехали налево, наверное. Давай назад съезжать, значит. Ага, я вообще засел. Я в натуре прям сел. Блин. Бедки тут будет. Там грязь была, да, слева? Да. А задом не зацепишься прицепом-то. Назад должен зацепиться-то. Сорвал назад, нет? Сейчас его смотри, там не сложи. Блин, я не хочу тут оставаться. Вот так аккуратненько. Да, он не берет, он. Точки не прописаны. Прописаны неправильно. Ну, давай я прицеп сейчас отцеплю, подъеду без прицепа к тебе. Подпихаю так. Напихаю тебе сейчас. Причем, блин, даже точка зацепа есть. Подожди, подожди, я сейчас вот так подумаю, что попробую тут ветка. Сейчас попробую прям прямики поехать. Блин, ветка, не двигайся, пожалуйста. Я теперь где-то не знаю. Ну во, полежи. Сюда налево едем, да? Но. Ну, в этом пропахал, блин. А, ну тут кузов надо еще закрепить. Тут кузов, обратил внимание, болтается вот тут. Иногда, когда зацепляешься. Стой. Стой. Так, подожди, дай. Стой, я тут чуть-чуть. Скорее.
Там грязь лучше не есть. Мне надо было ровненько стоять. Все нормас. Все нормас, сказал Димаслив. Вот задави вот это дерево. Во. Нахрена? Ну, мешает. Ладно, это доскрена, что ли? Ну, да, да. Все, обожди. Я к доскрену что-то. Да, подожди, подожди. Блин, даже не знаю, как тут хочется. В сторону, стой, 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 стой. Кстати, вот так вот на речку, если... Сверху я поднялся немножко вот на сопку на эту. Ладно, погнали. Главное, чтобы не глубокий и не без грязи. Так, надо по ушейку, наверное, я включаю. Не, я побоялся засесть. Я вроде на автоматике попался. Прицепом тебя подрезал. Нет, он далеко был. Так, где-то нам тут направо надо будет поворачивать. Там МАЗ 537 стоит, кстати. О, слушай, нам через грязь тут придется сейчас копошиться. Слушай, может открыть его, может проехать сразу. Открыл. Послушай, вот да. А вот сюда-то не объехать. Тут-то грязь главное. По сути, дороги была. Блин, я не проскочил. А ты на желтой на это заехал, да? Да, да, да. Стрял. Стрел. Вот эти дороги. Ну это тут, конечно, на полном приводе. Поудобнее, конечно, будет ехать. Хотя, в принципе, знаешь, четвером можно было попыхтеть тут. Считать по одной. По одной загрузке. То есть можно было бы тут в легкую. Как бы 4 машины вот так вот загрузились. По восьмерке, да, и спокойно. Прошли бы карту. Сейчас еще ребеночкой прицепимся маленечко. Там поднялся, нет? Нет. Тащу. Тащусь. Подтаскиваешься там, да? Потихоньку.
Блин, опять я встрял. Слушай, что тут на лебедке? Я на одну иду и все. То я вот такой подъем, я только на лебедке. Больше никак. Что-то мы неправильно выбрали дорогу. Так, хорошо, что, блин, лебедка длинная это стоит. Да, на дефолте мне бы это самое без пинтарей сейчас бы. Ну да. Придумали бы. Ну да, хрен проехали бы. А да, кстати, ребята, надо будет в группе выложить еще с Пинтера с плюсом, с которым я играю. Кому интересно, опять же, можете написать. Вообще тут не хочет ехать и смотреть. Да там, смотри, звездочка есть небольшая. Да, но тут видно этот сцепление как-то тут с дорогой не очень. Там уже сейчас пошел спуск, должна поехать на машина. Ну, короче, пополз. Колесами крути влево-вправо, он поедет получше. Да уж ты думаешь, я не крутил. О, побежала, побежала. Давай, давай, давай. Автомат. Ёкарный бабай. Тут камни еще пухты. Вот как надо цеплять траву одной стороной. Слушай, Рома. Но я по сути так и еду. А я по кольям, так он вообще не хочет идти, надо промеж колей идти. Ну по-всякому бывает, кстати, иногда только по колее нормально идет. Короче, тут опять ручей, мать его. Тут опять полюбасу лебедку. Опять к ночи. Писец, у меня там по рецепу встрял. Ручей тут что-то вообще меня огорчил. Да тут везюка, слушай. Чуть стоишь и все, и вилы. Да и лебедки все-таки тяжело 8 очков тащить. Ну, медленно как. Ну, по весу он тащит не 8. Вес небольшой, что ставим. Ну, вес у них, по-моему, у этого. Короткие бревен. Ну да, там по 3,5 что ли. Так, как ты говоришь, вы скинули груз. Вроде только прицеп. И ёб твою. Чего? Все, Роба. Гейм овер.
У меня подскочил прицеп, и бревна вылетели при загрузке. Власть собирай. Это как назло, что ничего нету, никакого этого манипулятора. Берем батон. Так жалко. На Урале попробуй долететь. Да тут на Урале. Да, далеко он, посмотри. А, ну на Лесоповале он был, да? Да, он вообще через всю карту. Чем вообще через всю карту? Вообще. Ну, блин, все равно это же не задний привод. Ну, то есть ты предлагаешь мне сесть на Урала, да? Ну да, как иначе. Ну ладно. Обязательно будет гейм-овер. Так. Поедем напрямки, короче. Подбил ты меня на авантюру. Слушай. Ну а как? А мы так вообще, если мы пустые, повезем прицеп груженный, мы вообще их не вытащим. Это мука. Я пробовал так ездить на заднем приводе. Так, а где ты сам-то есть? А, вот. Так, а чего, я тоже сейчас подпрыгнуть, да? Не знаю. Вот я, видно, слишком груз опустил низко. Поэтому он, падла, перескакивает. Ну, если что, ты уже на Урале едешь, да? Да, ну, как тебе сказать, едешь. Едешь это. Хотел опа. Я тут. Опа, опа. Чё? Не получилось. Да у меня бы, наверное, получилось, если бы я не тупанул там с леганца. Черт пойми, слушай, все. Сейчас Урал будет кают, походу. Давай я тебе навстречу на шашлыке поеду. Все. Урал чуть-чуть упал. Маленечко буквально. Все-таки съехал с этого обрыва. Тебе попробую его, конечно, поставить, хотя навряд ли. Нет, это я путь там устанавливал. Так, ну все, я поднял его. Нормас. Поднял. Еще чуть-чуть скатиться осталось. Ну да. Практически чуть-чуть. Слушай, мы тут дофига проехали-то. Правда, там автопарк чего? Так, что вы же ремонт надо? Писец. А? Надо ремонт, говорю. Ремонт? Ну, у меня 390 из 600. А, ну это еще нормально, там дорога сейчас ровная. Так, сейчас я. На лужах тут подтормаживай. Сейчас я по мусоречку тут сооружусь. Так, ну сюда. Сюда. Все, полетели. Ну да, на полном приводе, слушай, тут вообще приятно ехать. Ну, как говорится. Полки нужно заряжаться полтора часа надо забрать. Да на полном тут, наверное, можно и за час вчетвером было раскидать все это дело. Да.
кстати, он взял это самое читерский сделал, подписал на бабку. И все. Сейчас разобрал. Ну да, если бы тут полный привод на нем был, так вообще без проблем буду перло. Ну, кстати, надо было попробовать это самое. Киноэкран обязательно сделать какой-нибудь. Вот. И сверху нашишить еще бревна ложить. Ну ты придумал-то, слушай, а. Ну а чё? Ну было 4 пилорамы, вдвоём бы разобрали. С одной загрузки. Да, я уже долетел почти. Да, слушай, конечно, на Урале тут вообще можно ни о чем не говорить, как его просто тупо едет. Повышайку ему воткнул. Вообще отлично. Ну, на то они и моды. В принципе, меня этот ЗИЛ полностью устраивает, как бы. Они вообще полдень. Ну, самое главное, вот, если чем-нибудь асфальтное или вообще без грязи проходить и подъемать. Да нет, он даже как бы, если маленькая грязь, просто без горок таких больших, как бы, вот этих, то... Подъемчики. То он, в принципе, вообще... Все равно как-то и грабельно на заднем приводе. Я на побережье я катался вот на нем. Тестил сколько раз, да, я спокойно проходил там и гаражи открывал, и этот. Так, все это хорошо, конечно, да. Хоть да вот они. Да, да, они тут, вот, причем у меня как-то тут помимо их еще тут валяется до хрена бревен. Так, вы что там, блин, дай-ка вспомним былое. Так, три, погнали. Погнали, блин. Да японский городовой, поднимайся ты вверх-то. Так, два, тут четыре надо, да, бревна. Да. Слушай, тут куча бревен. Да и псель-мопсель. Бревень такой, чтобы хрен поднять. Ой, у меня колесо переднее висит. Прости. А, нет, не висит. Два есть.
Кстати, гребаный насос, а ты посмотри, что творится. А? Да я два хотел поднять. С земли неудобно брать, как бы. Была бы грязь. Была бы грязь еще, знаешь, как бы хоть. Да идти твой налево. О, взял наконец-то, все отлично. Ту карту, что я хотел найти, я ее найду обязательно. Вот я ее найду, и там такая тоже интересненькая. На заднем приводе погонять можно там. Так, что делать-то? Скинуть? Скинуть все. Загрузить. Прицеп. Разгрузить его. Так, вот, так мне надо назад тогда сейчас. Как-то загнать его. Нет, может просто. Да он не берет же. Да пофиг, сейчас как-нибудь. Ну да, по сути там его никак можно рисовать. Да ты глянь, япуна. Давай. А ты без прицепа уже, да? Я да. Да блин, мальца. Мальца не хватает, слушай. Да-да-да, она там болтается, я ее никак не подвязал. О-о-о-о. Ну-ка давай, 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 Рома. Не переверни только меня. Попробуй проехать вперед. Только осторожно, не переверни прицеп мне. Смотри, я там засадил в самую жопу вообще. Жестяк полный. Я зарылся. Блин, да мне проще, наверное, этим. Уралом, так я пересяду. Блин, я себя уже к тебе подтягиваю. Так, что тут? 7, 6, 5. Зацепа-то. Точка зацепа вообще хер поймешь где. Ну да, я ништяк говорю. О, все. Сейчас теперь пересесть не могу. Так, все. Разгрузить. Прицеп. Подцепить прицеп и грузить. Вот и все. Ура. Ну, они прошли полгода, как говорится, да? Может, оттуда еще какая-то дорога, она куда идет? Она идет вообще непонятно куда. Видно, где-то можно съехать там. Кручу. Ладно, погнали.
Ну да, без прицепа там бодрячком такой, да? Груженный, без прицепа, по легкую. Вон еще мы вообще долетим. На автоматике нормально идет вот эти передачки. О, мерси. Этого пинка мне не хватало. О, колени такие вообще прям. Это как там? Нормас вроде ползет. Ну да, надо еще смотреть, тут надо еще глаза доделать, в точке зацепа посмотреть. В принципе там. Так уж, я думаю, больше не надо ничего ему там напихивать. А, ну колеса еще хотел посмотреть. Еще хотел с цепями посмотреть колесики там. Бляха, поймал об камень урон. А! Роба, ничего не говори. Я и так все вижу, что говорит. Я сейчас тебе добавлю еще. Тихо, попробую. Они, если, может быть, не вывалятся из кузова. Нет, слушай, я тебе не достану. Попробуй сам Тихо, где-нибудь тихо, пухнуть. тихо, тихо. Сейчас попробую аккуратно его. Блин, три бревна, слушай, одно. Пошел я забрал. Что-то, блин, давно, кстати, таких геморроев не было. Да? Обычно мне всегда на такие вещи везет. Ну, видишь. Я уже просто хотел поспешить. Поспешил, называется. Ну, на нахуй. Сейчас быстренько недалеко уехать. Ты только выезди, но это будет, потом только загрузишься. Пусть он подскочит машина. Небо. Слышишь, шины. Да, на дефолте тут на Урале на каком-нибудь накрасим в легкую. Ну, по 2 очка таскаю, да, машины. Там где этот? По 4, почему? Ну, в смысле, один бор, 2 очка. Как бы, ну или роспусками. Роспусками-то, наверное, тут. Ну, в среднем, наверное, можно, да? Ну да. Было бы покатать-то так. Ну, тем более там 2 краза есть. Мне было лучше 2 краза по 6. Слушай, я так, наверное, не достану, не достану. Ты глянь, сволочь какая. А попробовать ехать может. Она же не выполнит. Нет. Попробовать ехать, это странно получается. Направо сейчас выру. Ну-ка дай-ка я соберу. Да я попробую сейчас манипулятором толкнуть. Все, по идее, должно загрузиться. Должен. Не, выйдет сначала какие-то грузишься. Да что ты за хрень? Бачи, смотри. Надо его поправить все равно. А, ну в кабине что ли? Не понял. Да ну нет, оно как-то ниже кузова что ли как-то ушло. Ну сейчас я пересяду на этого на Урала. Сейчас поправлю его.
теперь вроде должно все нормально. Писец, короче, Рома, тут у меня вообще куда отчела. Бревно залезло под кузов. Да какого хрена? Да что ты будешь? Что за... Что такое не вижу, ты как с ним бороться? Ничего делать. Короче, надо все. Меня уже что-то это дотошнуто там. Доводит. Вся эта хрень. Самосвалом тебе теперь крутим. Они подкуда залезли, два бревна. Да ладно, короче, поехали вот так, короче. Или сесть на Урал, съездить, привезти еще два бревна. А лесоповал, по-моему, далековато. Да вот, где мы были только что, сейчас где разгружались, там два бревна валяется. А как ты, тебе надо кузов ровно поставить, как ты его поставишь в ровно? Сейчас я Уралом как-нибудь возьму, притащу два полена. Два бревна, два у меня в кузове есть. Думаю, может шандарахнет, может обуется. Вот видишь, незакрепленный кузов. Вышел боком, как говорится. Писец, приезжаю, нету бревен, прикинь. Да ладно, валялось два бревна. Их нету. Ха-ха. Охренеть. Ничего, стрелово, походу. Все. Че, не поедем-то? Эти ж не взять, вот эти, которые тут валяются, да? Которые на пилке идут. Не надо. Ну да, в тот раз вот мы тут были, было два бревна еще лежало. Мне как раз. Я сам видел, там шесть бревен валялось. Ладно, что я сейчас перескакну, поехали уж так, ты хоть дотащишься меня. О, Рома. Чё? Они вернулись.
бревна. Я пересел. Блин, опять на Урал надо скакать. Все бревна на месте, е-мое. Да ладно. Но я с машины на машину перепрыгнул, обратно возвращаюсь, они в кузове. Кузов опустился, как раскочили через кузов. Окей, такой офигеть. Пипец, да я уже устал на этом Урале гонять туда-сюда. А, ты опять Урал? Да. Мне показывает, что ты на зелу. Пипец. А, нет, это я, боже мой, все. Да, надо кузов закрепить. Да и контейнер надо, наверное, закрепить. Хотя нет контейнера, там что, он ничего не делает, да? Приболтается. Да, контейнер надо, да. Пускай. Как бы это загружен просто. Слушай, с краном вагончик, наверное, классно смотрится, да? Да. Обалденно. Ну там тоже, как, конечно, вагончик, подвеска, что-то прыгает еще все, как собака бешеная. Так, вы три, погнали. Писец, как тут получше посмотреть. Ух, уже, если честно, я уже на муку устал. Что-то мешает, какой-то. Заработало, да? Все. Победили мы этот недуг, ребята. Ну да, кузов надо закреплять. Блин, я не там поехал. Так, мы-то сейчас куда мчимся-то, я не пойму. Вдоль речки. Налево. А не прямо. Нет, а там сейчас бежать придется. К заправке бы мы поднялись бы и там пошли бы уже. Как нормально. Да, я просто хочу уже побыстрее. Как бы а тут-то тоже мы в гору пойдем, так что какая тебе разница-то? Ну давай туда, как скажешь. Ты какую хочешь выгрузить-то? Третью? Первую, которая внизу самая. Первая. Ага, а к ней заезд-то ты видал откуда? Давай сюда. Не видал. Сюда. Ну ладно, погнали. Я понял. Нет, смотри ты по карте. Я уже глянул. Что первого? Так, погнали. Так, нам куда? Налево, да? Мы ж оттуда приехали. Вылез-то, нет? Да. Ну полетели тогда на автоматы. По коробке. Хочу управление такое, как бы, знаешь, как без гидрача такого. Вращается,
Вот тут вообще классно он идет, да? Чё-то ты меня нифига не нагоняешь. Я чуть-чуть это в кувет съехал. Совсем чуть-чуть, совсем мало-мало. Да, я что-то уже немного клюю. Маленько ему не хватило, конечно. Направо мы идем тут. О, Рома, ты там как набуханный едешь просто. Да, почти так и есть. Не усни там за рулем, блин. Ты что там беспределишь, что я не пойму. Забыл, ребят, подцепить. Не, вот тут вот это место клево сделано, да. Очень красиво. Только б не перевернулся, ебать. Я-то еду еще с морды снимаю все время. Слушай, а против течения что-то он тут не очень лихо пошел. И течение, да, влияет. Ты что, вообще там завис? Застрял, что ли? Слушай, там мост он какой-то был впереди. Да, точки надо делать. Надо было тебе вправо уходить, влево, то есть. Так вот, стаскивай все равно к середине обратно. Давай, я тебе сейчас попробую. Назад, назад, Рома. Ну. Давай, давай назад. Давай назад. Что ты там? Ох, мы еще сильнее стаскиваем.
что же за ней, подожди ты. Утонул? Нет. Да он не зацепится, нет, нету точек зацепа. Ёлки-палки, что делать-то? Да я тоже встрел, походу. Бери, чё, я не... На заднем приводе тут можно проехать. Нету точек вообще. Чё, Урала брать? Давай я, может, на Мазе покачусь поближе. Ну давайте, бери Маза, я на Урале. Спасательная операция. Да вот мы встряли тогда. Что-то так начало такое нормальное было. Ехали как люди, блин, пока тут не начали барагозить. На недосып. Недосып берет свое, да? Там Мазурик как-то больно бодро едет на Урале, на автомате догнать тебя не могу. Да, так у меня 8 колес извините. Ага, как в каком-то анекдоте там, или где-то там. Да, говорит. А вообще едет, я не пойму. Вот ехали раз. Ну, походу, да. Да, это мы к гаражу едем-то. Сейчас там будет через ручей. Ну сейчас будет вот тут через ручей направо. А, да, да, и да. После этого опять направо. Направо. Направо, направо. Направо, Рома. Рома. Я тут. Направо. Ну да, видите, все равно как бы, ребята, без дефолта тут никак не обошлось. Сейчас я своего бродягу вытащу. Спасательная операция. Мать ее, да? Ну я что-то и капец.
еще. Ты что, и мазал утопил, что ли? Да нет, просто, блин. Он еще что-то выпендривается. Не едет. Смеркалось, да? В смысле не едет? Ну ты зацепил его там, нет? Нет, я зацепил такой. Только чё? Ты не можешь маза вытащить? Он еще сильнее только погружается. Кто? Воздил. Так ты не пробовал вперед-то ехать? Так я вперед и еду. О, не-не-не, надо пересаживаться, он сейчас он весь уйдет. Куда ты его запердолил-то, куда мать? Проедь дальше, дальше проедь, зацепись лебедкой и тяни его. Пофиг, что там у тебя тонет. Ты мазом проедь вперед еще. Вылазь, вылазь, прямо так и вылазь. Вот, видишь, ты выезжаешь, где нормальная дорога, видишь? Вот, сейчас цепляй дела и тяни его сюда, мазом поворачивай направо. Что там, блин, не достает лебедка, что ли? Да нет, я его вытащить не могу. Так как? Так-то. Попробуй за жопу зацепить. Отъедь туда назад, вон, на сушу туда выедь. И оттуда попробуй за жопу зацепить. Как не можешь? Ну-ка я переседу сейчас в Урала. Что-то хрень какая-то творится. Да могу. Где твой ЗИЛ? Садись с него. Подожди, подожди. Не надо в эту сторону. Я боюсь, сейчас не поедет нифига. Ну, сдернуть надо. Ну, тащи же ты его, вон он едет куда-то. Вот, все, наконец-то. Писец. Стой. Че? В другую сторону его перекинул. Ну подожди, давай я попробую Уралом тебя зацепить, может трос зацепит. Я сейчас с мазом подъеду. Ну подожди, давай я попробую. Возьмет он эту дефолтную точку. Я уже уехал. Ну перескакни. Сейчас, сейчас, сейчас. Ради интереса. Прыгни в дела. Рома. Сейчас, сейчас, я попасть не могу. Че? Нету лебедки? Походу нету, да? А, ну да. Да, в мультике лебедка не работает, короче.
Ну, точки, потому что там эти крепежи неправильно записаны. Крепление. Где-то убрать надо, а где-то поменять. Цепляем матом, доточи его. Писец. Открыли пилораму. Так, пока карту гляну. Так, мы тут. А нам надо сюда, сюда. Что за хрень, не пойму. Короче, что тут есть вариант ехать прямо на вторую. Будет ближе, чем на первую. Слышь? Да ладно, потом уж поедем. Надо отсюда выехать как-то. Не знаю. У меня все нормас. Я не знаю, как ты. Вообще не двигается. Что такое, я не пойму. Ну ты его зацепил. Да я-то зацепил, только получается. А газ с лебедкой не пробовал там переставить. А, ну вот, все сдвинулся. Пипец, такой машины, я не знаю, это уже нужно до пилорамы дотащить. Вытаскиваем прямо сюда, вот на эту сторону. Давай, Мас, давай. Я вообще не понял, что он такой-то. Так ты, может, лебедку там, или там же есть переставление. Газ, лебедка. Ну вот я с газом. Убирать его в сторону, эту массу. Или нет? Ну да, где-то тут. Ну а ты где поехал? Ну вот я еду. Где по колее я еду, где я еду? Тут же дорога. Не видишь? А вот на первую там чего? Вот же она прям тут или там далеко и побежать. Да там по кругу до хрена. Валя, вот смотри, не переверни, вот тут вообще как-то поднимает его, вообще вывешивает аж колеса. Точку разведки нашел. Че там, Роман, где? Я здесь стою. А че стоишь-то? Пробка. Пробка? Пробка это пробка. Я на автомате ехал, даже понижаек не включил нормально. Ну вот я проеду, оно меня раз обратно смоет. Сейчас вот опять моет обратно.
что там творишь. Едешь? Так, ладно, поехали тогда дальше. Я, блин, нашел точку зацепа, морду поднял вверх. Твои вижу, наконец-то появился из-за леса, из-за гор, показал мужик топор, да? Не просто показал его, к уху привязал. Право сейчас резкий поворот, не видишь, я тут на горушке стою, что ли? Не вижу. Он тут с лебедочками. Сейчас надо забраться нам на этот, на эту гору. Так, морда не зацепить, с такой жопой подтягивать будем. Нормас. Да, все тут, в принципе, мы уже все почти прошли. 2 часа, правда, убили. И я морду поднял. Не, карта обалденная, я ничего не скажу вообще. Карта зачет. Кто автор, конечно, больше нет. Кто автор, я как не знаю. Да нет, ну не на такой машине, потому что это вообще проходить. Да почему не нужно, так интереснее же даже. Не, ну так-то, конечно, интереснее. Я не спорю. Как бы вот, с радостью тут поковырялся, как бы тут. Смотри, тут ручеек такой опасненький. Да я в горку ехать не могу. Вроде ручеек я проехал. Автор, правда, я не знаю кто. Но карта хорошая. Автору респект, зачет. Так, опять на лебедку. Да, видос, блин, грузится будет сейчас на YouTube. Обалдеешь, наверное. Чего-чего? Говорю, да это видео будет грузиться, наверное, мама, не горюй. До вечера. Ну, да, сейчас я его уже оставлю на ночь. Пусть горит. Все, я тут, кажется, тут на эту горочку приподнялся. Мне карта хорошая, ребята, вообще хорошая, зачетная карта. Мне так нравится, вообще приятненько. Зил тоже хорош. Ой, я твои фарки там вижу.
Чувак устал, уснул. О. Ничего себе, ручей. Да я тебе говорю, ты аккуратно там зацепись на той стороне-то. Где там есть? Ручей далеко. Я не могу заехать, я не могу в этот ручей. Где-то далеко ты. Ты где-то далеко. А, вот ручей я вижу. А нет, это не тут ручей. А, вот наверху. Вон он. Вот ты, вижу тебя. Ползешь тут. В самом низу. Цепляйся лебедкой морду. Аккуратненько. Вытаскивай. Ну все, по лесу смотрю. Нормас. Сегодня нормас. Поехали дальше. Твоих воров тут сзади должен быть. Вот ты уже весь. Ты весь, не только фары, ты тоже весь. Тут тоже на лебедочку ровно цепляйся. Тоже, тоже подъемчик. Ну да, как бы, ребят, есть по моду еще недочеты такие мелочевки. А так, в принципе, то, что он такой корявый, моделька кривая. Там нету, кстати, анимации кардана. Как бы лично вот мне по барабану. Как мод он мне вполне. Блин, что, у меня тоже одно на моде ничего, много чего не ты что. Главное, чтобы автору нравилось. Ну да, по сути, я то, что мне не нравится, я то и не делаю, как бы, в основном. А так у меня и посмотри, что в основном я делаю-то. Там УАЗик, Волги, Уралы, КамАЗы, Зимы. Дети. Ты смотри, не разгоняйся, а то сейчас тут не ровень час и уйдешь под откос. Мы сейчас встанем, Рома, там уже все что-то как-то туго. Все. Все, я встал. У тебя что там еще есть? Еще едешь сам? Я уже пока, да. Я уже подцепился. Уж опять утро, походу. Светало, да? Вечерело. Ну, сейчас мы как раз к пилке-то и приедем. Вон у меня ее вижу даже эту пилку. Да? Ну. Хорошо бы. Все, да вот она, прям за поворотом. Все, best of the best, приехали. Слава тебе, Господи, да? Добили. Ой. Ну да, если бы не корни, камни, конечно, просто под грязью, он все равно лучше идет. Да, да нет, он едет нормально, в принципе, он едет адекватно. Кстати, тут же и бензин кончается. У тебя еще 80. У меня 82 осталось. Ну ты видишь, буксовал больше. Ну да, наверное. О, из-за леса, из-за гор показал мужик топор. Смотри, вылазит тут. Рома. Крадется. Ну все. Наконец-то, наконец. У меня вот чувак руки морнул. Скрин надо шлепнуть нам скрин еще тут на пилке. Че, все, разгружаемся, как бы не последняя пилка. Я не успел. Чего? Скрин сделать? Да. Да и ладно, потом у меня он спросит, я тебе дам. Ну все, ребята, вот такой получается мод. Карта, ссылочка будет в описании под видео на канале, а также будет в группе. Все, качайте, карта обалденная, автору респект. Зилы скоро доделаются, будут. Автору зилов тоже респект. Это Роме. Рони основной, как бы. Всем авторам. Все, кто приложил руку, скажут. Все. Меня тоже вырубает уже полпятого, блин.
Все, ребята, на этом будем заканчивать. Всем удачи, подписывайтесь на канал, группу, ставьте лайки, делитесь видео. Все, с вами был Рахман и Драйвер 51. Всем пока. Всем пока, удачки.